друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам ПК текстуру пак для Майнкрафта PlayStation. Пусть у данных текстуру пака в вашем графте появляются некоторые блоки из версии Майнкрафта 1.9. Ну что ж, вот вы установили текстуру пак, заходите в мир, и что же видите? А вы ничего не видите. Но если вы зайдете в инвентарь, то увидите новые блоки, которые сейчас у меня находятся вот здесь. Во-первых, мы видим вот такую новую лестницу или ступеньку, можно назвать, и полублок, а также видим новый блок и заборчик. Также видим вот эти два новых блока. Ну, друзья, вот эти два новых блока — это блоки из подводного царства Майнкрафта, а эти блоки из нового Эндермира, тоже в Майнкрафте ПК. Ну, вот этот новый блок появился совершенно недавно, и пока его еще не добавили официально, но все же он еще есть, и его уже быстро переделали. Ну и всем знакомый поршень, но, к сожалению, этот поршень работать не будет, друзья. К сожалению, это совершенно обычная текстура, но здесь есть, к примеру, такой Ender Pearl, который вправду как бы рабочий, но телепортировать он у вас не будет, потому что это замена снежка. Но есть такая бирочка, друзья, как бы, да, поводочек, удочка с морковью, и у нас вот такая пластиночка, друзья. Ну и находятся некоторые вещи у нас вот здесь. Даже разработчик этого текстурпака не поленился и переименовал некоторые вещи в то имя, которое им, по идее, должно быть. Но мобы здесь не были изменены, то есть они такие, какие они были. Да. По идее, сказать о нем больше не могу ничего. Вы можете сказать его, перейдя в описании, ну и поиграть, конечно, с этим текстурпаком. Ну, я не знаю, зачем вам это надо, но это просто классный текстурпак. Ну, как бы честно, когда я установил текстурпак, я подумал, что он сделает более красивые текстурки, которые похожи на ПК. К примеру, он изменит траву, ну или что-то еще. Но, к сожалению, этого не произошло. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.